remember, and a song someone sings once upon a December. Someone holds me safe. Дорогая Кристинка, хочу поздравить тебя с днем рождения. Тебе исполнился целый год. Продолжай расти такой же милый, нежный, добрый. Чтобы у тебя все-все в жизни получалось. Чтобы каждый миг твоей жизни был самым счастливым. Мы тебя очень-очень любим. Целуем. Дай Бог тебе здоровья и счастья.
с днем рождения тебя, Кристин. Это твой первый годик, да. Здесь собрались самые близкие. Все тебя любим. Вот Масик тебя тоже поздравляет. Будь счастлива, будь здорова, пусть у тебя все будет в жизни хорошо, Кристюш. С днем рождения, твоя маленькая. На манжете мой портрет нарисовал и сказал, мудрец известный, что меня милее нет. Композитор пел мне песни и стихи слагал поэт. Па-ра-ру-рам, па-ба-ба-да, па-ба-да-па-ру-ра-ру-рам, па-ба-да-ба-да, следует второй тост за всех, за тех, кто принимал участие в появлении вот этих замечательных деток. Прежде всего, спасибо Господу за то, что эти ангелы, которые, сидя на облаке, выбрали именно этих родителей. Это классно, да, есть такое поверье. Но если бы не эти люди, не было бы, поэтому... Да, не родители, но это третий тост. Поэтому наша крестная, выбранная не случайно, вот эти вот руки маленькие, но очень цепкие, каждый день рожают замечательных, здоровых, чудесных деток. Я просто снимаю шляпу и целую твои руки, Наташа, за наших детей. Спасибо. И то, что ты согласилась нести такую вообще ответственную миссию, быть крестной, еще раз низкий поклон. Саш, ну а без тебя, ты же был вдохновитель и учитель. Тоже доктор замечательный, поэтому... Вам здоровья. Спасибо Господу за то, что у нас такие дети, во вторую очередь этим людям. Крестный наш улетел спасать Родину, как всегда. Давай. За вас, ребята. Всем здоровья. Любим. Смеялся весь народ, потому что на рояле сам король играл.